В соответствии с просьбой президента республики, премьер-министр представил на заседании Кабинета министров указ о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии и борьбе с имеющими там место серьезными нарушениями общественного порядка. В настоящее время, в соответствии с этим указом, государство получит расширенные полномочия по обеспечению порядка и, в частности, сможет вводить запреты на дорожное движение, текстовые сообщения. Франция вводит режим чрезвычайного положения на своей заморской территории Новой Каледонии как минимум на 12 дней после второй ночи беспорядков, в результате которых погибли по меньшей мере 4 человека. Решение принял Совет обороны по просьбе президента республики Эммануэля Макрона. Насилие на острове вспыхнуло в последние дни на фоне рассмотрения Национальной ассамблеей конституционной реформы. Лагерь сторонников независимости, в который входит коренное население Канаки, выступал решительно против нее.